Шло донское войско на султана, табором степи широкой стало, и казаки землю собирали, кто мешком, кто шапкою бараньей, хом ее сырую насыпали, чтоб с кургана мать полослепая озирала степь из-под ладони, не пылят ли где казачьи кони. И людей была такая сила, столько шапок высыпано было, что земля струей бежала ширясь, и курган до звезд небесных вырос. Год на то возвышенное место приходили жены и невесты. Только как не вглядывались вдали, бунчков казачьих не видали. Через 3-4 долгих года воротилось войско из похода, из жестоких сеч с ордой поганой, чтобы возле прежнего кургана шапками курган насыпать новый памятник годины той суровой. Сколько шапок рать не насыпала, а казаков так осталось мало, что второй курган не вырос выше самой низкой камышовой крыши. А когда он стал со старым рядом, то казалось, если смирить взглядом, что поднялся внук в ногах у деда, но с него была видна победа.